Толя любит, чтобы было красиво. И сам активно этому помогает. И ведь получается, что мы увидим в следующем нашем разделе экспозиции. Видим много приятных лиц, но не всегда так выходим на фото. Или моргнем, и не видно больших ресниц. Подбородок второй портит вид наших лиц, портит вид наших лиц. Толя вершит параллельный прекрасный мир. Есть фотошоп, да волшебная палка. В рамках огня новорожденный наш факир. Ею только взмахнет, а кто в кадр попадет, божество и кумир. Умны мы будем. Разводи нас на племя, и море с нами не справится время. Красивы так, что подошел, зависнет, и телом, и душой мы будем сильны. Звезды с небес может каждый теперь хватать. Без дураков и подвохов особых сбудется все, о чем нам довелось мечтать. Хоть жара, хоть поток, Толя и фотошоп будут нас выручать. Так что фотошоп зависит.